Всего 4 блока осталось открыть в третьем кейсе. В четвертом. Извиняюсь, время-то летит быстро. 52, 13. Один из этих блоков. Еще один. 51. 51. 83. С него и начну. Всего 2 видео по четвертому кейсу, включая это. Осталось провести. Автограф сразу же. Драфтовый на этот раз. Параллелка. Одна штука. Еще одна параллелка. Уже их 4. Так, вау, раз хит, параллелка, два хит, такой новичковый получается кейс. В этом блоке две отличные карты с драфта. Так, почему перевернуто? Параллелку отложу сразу. Так, снова переворачиваю. Карта 5+1, еще одна не найдена. Так, пакеты потихоньку подошли к концу. Так, параллелок достаточно много. Что-то мне подсказывает, что еще. Одна минимум должна быть. А вот и 5+1. А вот и параллелка. Будет ли еще одна? Ну, похоже, что нет. Значит, переходим к просмотру параллелок. Павел Медведев, Спартак, Москва. Далее, Юрий Бабенко, Динамо, также из Москвы. Юка Пека Хатя, Атлант. Это все было серебро, а золотая карточка первая. Михал Бринер из Льва. 2 из 100. Денис Куляш, Авангард. Марк Деканич, Медвежчак. Николай Антропов, вторая золотая параллелка в блоке. 14 из 100. Борис. Максим Соловьев, Динамо. Либер Гудачек из Слована. 61 из 100. Денис Осипов, Адмирал. Это 10-я параллелка. Так. Есть. На самом
деле. Хиты. Хиты на очереди. А Якуб Клепиш, Лев. 277 из 300. Илья Ковальчук. Вторая карта в кейсе, если не ошибаюсь. 23 из 300. Ну и хиты. Патч. Сериал. Это какие буквы? Е и А, как мне кажется. По крайней мере, то, что справа на А похоже больше всего. Никита Языков, Металлург Новокузнецк. Такой вот патч с автографом. Ну и автограф без патча. Андрей Кузьменко, ЦСКА. 24 из 50 и 11 из 50 Языков. Посмотрим обороты. Вот, команды указаны. И фотки очень неплохие. Такой вот 13-й блок. В этом кейсе считаю 13-й блок счастливый. 52-13, я, если не ошибаюсь, показывал. Блок номер 14. Финала. Давно не было динамовских автографов. Один пока хит всего-навсего. А вот и второй. Две карты сразу финальной серии. Отличный результат. Так, хитов незаметно стало 4. Сколько найдено параллелок, я пока сказать затрудняюсь.
Ну и последние три пакета 14 блока. Так. Тут только база. Параллелки. Параллелки. Максим Карпов, Динамо. Москва. Кёртис Фостер, Медвежчак. Якуб Накладал, Лев. Павел Медведев, Спартак. Джефф Плетт, Динамо Минск, 21 из 100. Андре Дево, Автомобилист. Денис Осипов, Адмирал. Андрей Бондарев, вторая золотая. Параллелка, 4 из 100. Андрей Бондарев, Трактор. Марк Катич, Медвежчак, 13 из 100. И Владимир Жарков, ЦСКА, серебряная версия. Так, сколько тут у нас параллелок? 10 штук. Так это должно быть. Так, 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 так. Вот так вот. Семен. Картен Верлисин, Адмирал. 253. Из 300, 253, вот так более-менее видно, Верлисин. Ярослав Янус, 179 из 300, из 300. И предыдущая карта, Ярослав Янус, Слован представляет джерси финальной серии. Владимир Антипов, трехцветный и одноцветный куски. Трактор Челябинск, 170, 170, 170 ровно. 170 из 250. Владимир Антипов. Трактор. Алексей Цветков. Динамо Москва. Автограф финальной серии. 12 из 50. Ну, автографы, конечно, страшненькие. Ну, хотя здесь понятно, что начало своей фамилии написал Алексей Цветков и номер 9. Чтобы разобраться можно. Ну и оборотная сторона карточки. Последнее видео 4-го кейса. Совсем скоро